Победе на реке Халхин-Гол 80 лет. В результате боев, которые шли несколько месяцев, советско-монгольские войска разбили японскую Квантунскую армию. Читинская область была прифронтовым районом. На войну мобилизовали до 30 тысяч человек. Женщины заменили мужчин на полях и в шахтах. В госпитале шел бесконечный поток раненых. Победа оказала серьезнейшее влияние на ход Второй мировой. Япония не решилась вступать в войну в 41-м. Советский Союз потерял в боях более 26 тысяч человек. В 2009 году в Чите построили мемориал в память о воинах, павших на реке Халхин-Гол. Надпись на нем гласит: «Родина помнит».